Добрый день, дорогие друзья. Точнее, добрый вечер. Вот сейчас мы поедем дальше. Посмотрим. Так смотрят интересно. Что там вам не увидели? Посмотрим. В одном месте еще съездим. Может быть, там что валяется. Соберем еще раз. Попробуем съездить, продать. То, что найдем. Будем снимать в режиме, как сейчас модно говорить, онлайна. Вот. Находимся мы на северо-западная Юрина, да, пересечение. Сейчас пойдем на трамвайчик и поедем дальше работать. Заодно посмотрите наш Барнаул. Вот какие красивые дома у нас стоят здесь. Вот. На ютубе снимаю тут. Чем мы тут? Переходить будем на зеленый, конечно. Не будем нарушать правила дорожного движения. Что там, нормально, зеленый, что-то не видать. Да, вроде зеленый. Ну, поедем дальше. Вот и посмотрим, что и как, что не так. Смотрят как на НЛО как будто. Что я там не так, что я снимаю? Ну, снимают, мое личное дело. Как они снимают, им можно, как нам нельзя, да? Кино и немцы. Я вообще поражаюсь над людьми. Ну вот это вот у нас улица Северо-Западная, для тех, кто не был в нашем городе, заодно небольшая такая экскурсия. Вот такие машины у нас тут ездят. Lexus, следом Subaru, Lexus, ой-ой-ой, Toyota Camry, Universal, Toyota Corolla. Вот это больше всего мне нравится. Какая хорошая. Ага. Вот трамвайчики такие ходят, 50-х годов выпуска, и то в Праге их сделали. Ага. Ну, есть что посмотреть у нас. Город самобытный наш, сибирский, хороший, добрый. Добрые, хорошие люди живут в нашем городе. Вот, что еще рассказать вам? Ну, будем снимать прям почти в онлайн режиме. Вот. Прямые эфиры что-то у меня не снимаются, а может посмотрим. Может какой прямой эфир снимем. Замутим сегодня. Может в унисоне песни попоем. А может не будем петь, надоело что-то, все, устал я. Так, что тут у нас еще? А, вон троллейбус поехал, тоже старенький. Ну ничего, ездит еще. Ездит, ездит. Вот. Ну ладно, дорогие друзья, всего вам доброго. Желаю всем счастья, здоровья, исполнения всех желаний. До новых встреч.